Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ромчик. Сегодня выходит подкаст, подкасты не выходили очень давно, и я подумал, надо же подписчикам рассказать, что вот последний подкаст, это сразу же забегая вперед, вот, последний подкаст был 17, ну, такой нормальный подкаст, был 17 февраля, когда у меня было 100 подписчиков. Ну, то есть я подумала, что прошло уже очень много времени, прошло 3 месяца, ну, без 2 дней, и за эти 3 месяца я получил просто 74 подписчика. На самом деле очень хорошо то, что я получил 74 подписчика за 3 месяца, и я очень рад. Этому, потому что канал, первое видео вышло 25 апреля 2014 года, то есть... Можно сказать, что я очень быстро набрала эти 74 подписчика. И сегодня я хочу еще раз попробовать ввести тенденцию. Надеюсь, что получится. Потому что все время, когда я ввожу расписание, у меня не получается с ним. Вы задрали мне скайп писать. Вот когда я создаю расписание, у меня не получается что-то сделать с этим расписанием. А вот сегодня я хочу заново попробовать. Если вы помните, я уже 3 раза или 2 пытался создавать этого расписания, но потом мне становилась лень. Но сегодня посмотрим, что же будет. И поехали. Расписание будет с 18 мая действовать, то есть это будет понедельник, 2015 год. Все. И первое видео, которое, ну, как бы... Вот это вот не смотрите, это не порядок выхода видео. Возможно, это не порядок, но, вот так сказать, не обязательно, что выйдет все 4 видео, но я пообещаю выкладывать 4 видео с понедельника по пятницу. Ну, посмотрим, получится ли у меня или нет. Сейчас я объясню. В понедельник я буду выкладывать CSGO, но чтобы вам было не однообразно смотреть одни соревнования или одни карты на прохождение в CSGO, то я буду выкладывать так, один день соревновательная игра, другой день мы будем проходить какую-нибудь карту. Например, это будет АВП Лего, зомби-мод мы прошли, поэтому спасибо Денчику, он нашел еще одну карту с зомби, там она будет, наверное, поприкольнее, чем та... Вот, еще будет скоро, в скором времени карта Джайл, может быть, кто-нибудь знает. Ну, как бы, АВП Лего и Джайл это непроходимые карты, в них можно играть вечно, пока не надоест. Но я думаю, я по 10 выпусков с каждой карты сделаю, которые нельзя пройти. Второе, Майнкрафт. Но Майнкрафт не все подряд. Вот знаете, у меня будет один день выходить Bedwars. Ну, то есть у меня, вот смотрите, например, понедельник выйдет Bedwars, вторник выйдет Skywars, в среду выйдет ХГ. Ну, или наоборот, там, Bedwars, ХГ, Skywars. Ну, там без разницы. Вот. И, наверное, третий пункт, который всех так волнует, это последний плейлист. Объясняю, я хочу этим последним плейлистом как бы поддержать выход всех, ну, как бы, чтобы все плейлисты выходили, все игры выходили. Вот так вот. Идем в плейлисты, смотрим. Например, сегодня я должен выложить последний плейлист. Смотрю, игры в ВК. Игры в ВК, значит, и я такой думаю, о, надо пойти снять игры в ВК. Захожу в ВК, там снимаю, там всем привет. Сразу же говорю, уточнение. Вот биатлон в Майнкрафте, он пока временно закрыт. Тут... Можно ведь его исправить? Я ему напишу, что вот все с пометкой временно закрыты. Временно закрыты, это те, которые не будут выкладываться. До записи что-то мне не додумалось это сделать. Но я прямо на записи покажу, чтобы было более так понятно. Гриффер Шоу троллинг, это мне раньше приходило в голову снимать, но сейчас это временно закрыто. Есть те, которые будут закрыты полностью, которые такие, как Формула-1, но у меня остались еще 2 видео по Формуле-1, которые я успел, а нет, одно даже. Так, трейлер моего канала, ну, соответственно, я не буду каждый раз делать трейлеры новые, поэтому это закрыто. Закрыт. Этот плейлист закрыт, и который вот временно закрыт или закрыт, от них не ожидайте ничего. Что здесь? Развитие.
плейлист это тоже закрыт. Ну, в общем, я сейчас поставлю на паузу и покажу вам, как это уже все будет выглядеть. Так, ну вот, что же еще тут было закрыто? Это Best Fight был закрыт. И это все, наверное. Ну, развитие закрыто. RTL Биатлон закрыт 2009, потому что я как бы... Ну и Формула-1 будет закрыта через одно видео. Сейчас продолжим дальше путешествовать по расписанию. Вот, я вам объяснил, что значит последний плейлист. Ну, Биатлон 2006, вы понимаете, что... Дальше вторник, CSGO, Майнкрафт, последний плейлист и Battlefield Hardline. То есть батла, я ее буду очень часто теперь пилить, два раза в неделю. Среда точно так же, как и понедельник, ну и дальше повторяется. Понедельник-вторник, можно сказать понедельник-вторник и понедельник здесь. А, вот, ну, сильно не изменилось у меня. Дальше, в субботу у меня будет выходить сам. Также давно не было сампа, поэтому будет выходить самп, ждите. В воскресенье будет выходить подкаст. Тоже. И стрим будет 1-3 раза в месяц. Ну, как бы один раз в месяц он точно будет. Поэтому ждите еще стримы. И сейчас мы перейдем к следующей новости. И сейчас мы переходим к моей группе. Значит, ну, в моей группе я так особо ничего не хочу рассказать, кроме того, что у меня два дня назад было 50 участников, сейчас 49, но не особо так важно. Хочу сказать то, что в моей группе также выкладываются все видео, которые выходят на канал. Вот, ну не все, конечно, вот этот вот халявщик не все выкладывает. Вот именно он, да, он. Вот, но что я хочу, вы, наверное, могли заметить, команда для игры в CSGO. Просто заходите, объясняю. Команда для игры в CSGO будет, например, такая. Вы заполняете, им просто вот заполняете, и мы идем в пятером играть в CSGO. Ну, все, в принципе, хорошо будет в пятером играть. Также объясню, что вот, например, вы здесь увидели то, что 4 человека уже заполнилось, потому что я пятый. И вы такие думаете, блин, я не успел заполнить анкету. Нет, это совсем ничего не значит. Это будет одно то, что вы заполняете, чем больше людей захотят играть, тем лучше будет. Если, например, наберется 11 человек, ну 10, не включая меня, то будет, можно сказать, батл на батл, то есть друг против друга будет, что-то типа, ну, команда на команду, можно сказать, будет, вот. Также будем играть, будет время, ну, и можно сказать, какие-нибудь типа конкурсы будут, там с призами иногда будут, иногда просто так, чтобы повеселиться, потренироваться. Ну и вот, это, наверное, все, что я хотела рассказать о вашем подкасте, ой, о вашем, да, это ваш подкаст. Также я теперь буду иногда выставлять разные фоточки сюда, из CSGO там разные приколы, ну, все такое. Ну ладно, на этом мы заканчиваем мое видео.